Друзья, нам позвонили. Собака в Лубучанах перерезала ахиллесово сухожилие. Очень сильно идет кровь. И мы срочно выехали. Ребята, ролик будет из серии «Нам позвонили». Все сниму и все покажу, ребята. Но уже сейчас надо думать о том, что нам необходима будет помощь для операции. Ребят, мы приехали за раненой собакой. Я боюсь, как у нее там не сухожилие было. Да, похоже, ахиллесово. Так. Так, ребята, покрывало сразу с собой. Ошейник, поводок. Давно она ранена? Вчера где-то в 11 вечера. Так. Здесь она? Все. Да, вы убирайте все это. Так, если надо, сейчас. Так, ребята, аккуратно заходим и двери закрываем. Да, солнышко? Что, мое солнышко? Как у тебя дела, деточка? Не бойся, хорошо? Дверь закрывай и заходим. Ах ты, моя солнышко. Не бойся. Моя маленькая. Моя хорошая. Сейчас постараемся тебе помочь. Хорошо, солнышко? Покажи мне. Она еще и с биркой на ушке. Ну... Не бойся, деточка. Сейчас посмотримся. Постараемся тебе помочь. Сейчас, моя солнышко. Не бойся. Моя маленькая. Моя хорошая. Сейчас постараемся тебе помочь. Хорошо, солнышко? Так, еще бирка, подожди. Да, она сидит. После СВВ. Покажи мне. Она еще с биркой на ушке. Ну. Не бойся, деточка. Сейчас постараемся. Постараемся тебе помочь. Сейчас, моя солнышко. Ну давай, чего? Залазь, садись. Садись и берите ее. Залазь с ней, да. Все, мы хорошо, все, не бойся, не бойся, не бойся. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, все, все. Друзья, совсем недавно мы искали помощь для Карума. Страшная травма, страшная рана, которая могла собаку оставить инвалидом на всю жизнь. Сухожилие – это очень страшно. Каруму повезло. Его прооперировали, все сшили, и он целый месяц ходил у нас в спицах на растяжках. Сейчас спицы сняли, мальчик ходит. Еще слегка прихрамывает, но уже прекрасно ходит. И, ребята, словно проверка на прочность, следующая жизнь с такой же самой травмой. Рыжая девочка цвета, СНТ природа. И точно так же девочка вылезала из-под забора и перерезала себе вот эту лапу. Причем одну и ту же лапу, как и у Карума. И девочке срочно нужна операция. Мои хорошие, мы спасли одну жизнь. Мы спасли Карума. Прошу вас, поддержите нас. Подарите Свете, Светане, шанс не остаться инвалидом. Прошу вас, девчонка очень ласковая, хорошая, добрая. И только от нас с вами зависит сейчас ее жизнь. Прошу вас, родные мои, пожалуйста. Очень прошу. Помогите Светане. Девочку по программе. Кто-то стерилизовал, кто-то поставил ей в ушко клипсу и выкинули на произвол судьбы. У девочки никого нет, кроме нас с вами. Я обращаюсь от имени одинокой бродячей души. Помогите.
Помогите не остаться инвалидом. И благослови Бог все ваши семьи. Добра вам, люди. Добра и такой же Божьей помощи, какую вы окажете бездомному зверю. Спасибо вам.